Привет всем, ребят! Сегодня по просьбе наших клиентов мы быстро рассмотрим пару чехлов на Meizu M2 Note и MX5. Перед нами Meizu M2 Note. Что для него имеется? Для него имеются вот такие вот ультратонкие силиконовые чехлы. В принципе, телефончик он не полнит вообще. Толщина его, там, если не ошибаюсь, 0,3 мм, что-то такое. Вот видите, это темного цвета. Прячется сюда телефон, вырезы все есть необходимые. Ну и так будет довольно-таки неплохо. Если не хотите, чтобы вообще он утолщался, то можно использовать вот такой вот ультратонкий силиконовый чехол. Потом, что есть еще, ребят? Еще есть так называемые бампера крышки из каленых стекол. Так, вот так вот, что они себе представляют. Возьмем белый для начала. Телефон выполнен из пластика. Вырезы видите под камеру, под вспышку. Кнопки здесь уже свои, в корпусе давят на ваши. Вырезы все эти есть тоже. Сверху наклеен каленое стекло для защиты больше, для красоты и так далее. Вот такой вот чехол. Рамка эта стальная, алюминиевая сверху. Может быть выполнена в разных тоже цветах. Так, ну белый на белом не интересно телефоне. Давайте возьмем вот черный со сталью для белого телефона. Сверху идет вот такая вот пластиковая рамка. Ее вы снимаете, берете свой телефон, вставляете сюда. И сверху заклацывается эта рамка. Все, видите, села полностью. Все вырезы, все отверстия есть. Ну и как вы видите, практически полностью скрыло, что телефон у вас белый. Только вот можно под ободком капельку разглядеть, но этого видно не будет. Внимание на этом не акцентируется. Благодаря этому, видите, телефон стал немножко приподнят. То есть, если будете ложить, например, на стол или на что-то, на где-то 1 мм, может чуть меньше, стекло приподнято над телефоном. То есть оно не поцарапается, елозить не будет по экрану. Вот так вот теперь стал выглядеть ваш M2 Note. Стекло глянцевое, видите, на этом цвете. Эффектно довольно-таки стало выглядеть. И защищен, естественно, теперь со всех сторон, кроме переда. Кнопочки нажимаются все без вопросов. Все работает. Вот такие вот чехлы, ну мне такие нравятся, в принципе, больше всего. Белый, это черный у нас, с остальной гранью есть черный с черной. Ну, в принципе, цветов очень много. Белый цвет и еще много других. Довольно-таки они популярные. Ну, почему бы нет, людям нравится, потому что сам телефон в пластике выглядит как-то не сильно. Так скажем. Если нужно снять телефон отсюда, тут, конечно, придется немножко потрудиться, потому что садится он очень плотно. Тут уж надо, главное, подцепить. Ну, здесь есть для захвата выемка. Захватили и пошли потом уже по контуру. Все, телефон вытянули. Есть. И рассмотрим еще вот такие вот чехлы. Они уже идут из алюминия частично. Вот в таком бывает стальном цвете. Бывает в черном. Черный такой с золотой окантовочкой. Довольно-таки больше всего мне нравится. На нем мы остановимся. Голубой.
золотой, золотой вот такой вот. Синий, он же голубой, вот такого вот плана. Сверху на них защитные пленки наклеены, чтобы не царапались при транспортировке. Давайте остановимся на черном цвете. Здесь выполнена система немного по-другому. Чтобы одеть его, нужно вот поднять вверх, здесь защелка такая, и вытянуть вот эту часть. После того, как вытянули ее, телефон через заднюю часть необходимо вставить в чехол. Ну, это бампер, так скажем. Это уже бампер. Все, вставили его туда до упора. И теперь ваша задача закрыть крышечку, чтобы попасть в пазы. Крышечку закрыли, тут вот оно должно заклацнуться, вроде бы заклацнулось. Телефон, вот видите, преобразился, стал у вас золотой окантовкой черный. Конечно, это так выглядит посолиднее, поувесистее чехол, но опять же на любителя. Пленку потом вы сдираете, становится оно такой вот подшлифованный, видите, то ли под дерево, то ли шлифованный алюминий, как кому удобно это называть. Он, скорее всего, не шлифованный, а как напыление, хотя похоже на шлифовку. Выглядит тоже очень хорошо. Эти чехлы мне даже нравятся больше, чем из каленого стекла. Телефончик так сразу становится красивым, и при ударе точно за, вообще за заднюю часть крышки можно не бояться. Ну, по поводу передней части, по переду, конечно же, рекомендую клеить пленки Нилкин. Пленка стекло, но это уже не пленка, а стекло каленое. H+, это с закругленными краями, толщина 0,25 мм. Это под второй ноут как раз. Либо обычный H, тоже хороший, в принципе, все то же самое, чуть оно толще и края не закругленные. Все это есть в наличии. Смотрите, в принципе, так станет вам понятно. По MX5 Meizu такие же чехлы есть. Такие вот алюминиевые и вот такие вот крышки из каленого стекла и пластика. Только будет надпись у вас MX5 и, естественно, под форму MX5. Также они в разных цветах бывают. Белым можно сделать свой телефон. Вот таким вот золотым. И другими цветами пленки то же самое все есть. То есть смотрите, кому как что понравится.